Друзья, всем привет! У нас новый день. И как вы думаете, чем я с утра занимаюсь? Сажаю рассаду. Сейчас покажу. Это у меня уже посадки апрельские. Вот. Сейчас по порядку. Значит, это все, что я сажала в марте, все, что взошло. Там клубничка, это еще в феврале я сажала. Это вот все, что взошло от февраля и от марта. От февраля вот эти вот лианы и клубника. Клубника как-то плохо растет. Это мартовские. Здесь разные. Вот, это я вчера и сегодня посеяла новые. Вы посмотрите на эти горизонты. Да, много. Много всего, но это еще только 1/3, наверное, от того, что надо посеять. Еще на батарею поставила. Вот, и хотела вам перчики показать. Вот эти два у меня лежали сначала в воде, а потом я уже их сажала в улитку. Вот. А вот эти вот, как вы видите, три, я семена не мочила. И вообще семена старые, я не надеялась, что тут что-то взойдет. Но, как видите, вот у трех появились небольшие росточки. Я сейчас перекатала землю, насыпала. А вот два сорта вообще не появились ростки. Я их пока не буду перематывать. Пусть будет так, как есть. Вот. И там три малины. Это мама купила в Пятерочке по 160 с чем-то рублей. Два кустика она взяла, но в одном оказалось два корня. Так что... Кстати, кто покупал в фикс-прайсе малину крыжовник, напишите, что вы делали с ними. Посадили вы в горшок или нет? И брали ли вы раньше в фикс-прайсе? Потому что у нас в фикс-прайсе уже все разобрали. Больше нет ничего. Вот. Так обстоят дела. Сейчас готовлюсь снимать книжный обзор. Вот, очень переживала за камеру. Думала, что у меня гакнулась камера, но вот пока вроде бы нормально снимает. Я уже распереживалась, как обычно. Вот, но пока вроде бы нормально снимает, и пока буду пользоваться. Скрещу пальчики, надеюсь, что она все-таки работает. Вот. Иначе придется вам меня лицезреть в очень плохом качестве, с очень плохим звуком. Кто меня смотрит с самого начала, тот знает, какого качества у меня была камера. И мне самой было противно на нее снимать, но что есть, то есть. Вот. Сейчас пойду завтракать. У нас 8 утра. Всем приятного аппетита. Увидимся чуть позже. Всем привет! У нас уже новый день, и я почти всю свою рассаду вынесла уже на балкон. У нас очень тепло, по крайней мере, на балконе. И вот тут у меня на тумбочке стоит, и практически весь подоконник, там перцы, здесь цветы. И я хотела вам сказать, что я никогда не говорила спасибо своим зрителям, но хочу сказать вам огромное спасибо. Вас уже больше 400.
И мне очень приятно, что вы подписываетесь, что комментируете, участвуете в моей жизни. Спасибо вам за это огромное. И хочу напомнить, что когда вас будет 500, у меня будет конкурс. Так что имейте в виду, делитесь моими видео, рассказывайте друзьям, приглашайте кого-нибудь, всех подряд, кого не лень, ко мне на канал. И когда вас будет 500, у меня будет конкурс. Вот, а так хочу сказать всем огромное спасибо. Я очень ценю это. Я никогда не говорила, не благодарила вас за подписки. На самом деле я очень это ценю, мне очень это приятно и очень это дорого, ваше внимание ко мне. Спасибо всем огромное. Ой, друзья, привет! Я решила себе минутку красоты устроить и наложила тканевую маску. Вы знаете, что я их люблю. Маска у меня вот такая вот. Вы не представляете, какой запах. Просто обалденный. Она с малиной. И запах прям такой вау. Вот, сейчас где-то я читала или слышала, что тканевые маски нужно держать на лице и при этом лежать горизонтально. Так что пойду полежу немножко с утра. Я помыла голову, потому что волосы вообще уже страшные, как вообще, не знаю что. Вот, шевелиться особо нельзя, то все сползает, то топорщится. Вот. Очень уж мне нравятся такие маски. А запах прям вот малиновый, советую попробовать. Обалденный просто запах, аромат просто. Все, пошла. Потом еще с вами увидимся. Будем сегодня интересным делом заниматься. Как раз после маски. Привет, друзья. И сейчас я буду менять ткань на стуле. Потому что вы видите, что стул вообще никакой. И мы будем менять с вами вместе. Скорее всего, это будет две крышки. У меня есть еще одна. Она из другого материала. Хочется, чтобы стульчики были в одном стиле. Вот. Для мягкости буду использовать батин. А ткань у меня вот такая красная. Вот. Возможно, когда-нибудь будут переделываться спинки, ну, перекрашиваться лак, но пока что только поменяем обивку.
друзья, вот такие у меня две сидушки получились. И в следующем влоге вы увидите, как они будут в интерьере смотреться. Так что подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И увидимся в следующих влогах. Пока-пока!